Друзья мои, ну не обращайте вы внимания на цирк, ну войны так не начинаются. Война начинается внезапно, блицкригом, молниеносная война. Как вот дедушка Ким Чен Ир начал войну в 50-м году? Он же не говорил, вот сейчас заправляются ракеты, под танки подходят границы. Ребята, это шоу, это не что, но как спектакль. Просто мир превращается в общем, в мир дураков, это понятно. А что делать корейцам? Ну, вести старую линию, так сказать, ритуальные пляски. Ни Южная Корея, ни Северная Корея войну не начнут. Для Южной Кореи это смерть экономическая. Для Северной Кореи это способ, для режима Северной Кореи это способ самоубийства. Если только американцы сами начнут войну, войны там не будет. Ну, просто забивание информационного пространства. Ну, простите, в мире намечаются очень страшные события. Кипр показал, что он через конфискации, причем не только у русских. Что дальше следующий шаг – это объявление там, дефолта Соединенных Штатов. Что дальше обесценивание личных накоплений, изъятие накоплений самих западников. Обнуление этих, так сказать, громадных долгов, в том числе, так сказать, накоплений домашних хозяйств, пенсионных накоплений, социальных обязательств. Надо как-то отвлечь внимание. Как? Плясками вокруг Кореи. Ребят, ну не ведитесь вы на обманки-то. Думайте о главном.